В каждом сезоне для сотрудников госавтоинспекции существуют свои специфические сложности. Летом к объему проблем и опасностей на дорогах добавляются, связанные с вождением мотоциклов. Основными видами нарушений, которые характерны именно для водителей мототранспорта, являются управление мотоциклом без водительского удостоверения соответствующей категории, управление незарегистрированным в установленном порядке мототранспортным средством и передвижение на мотоцикле без мотошлема. Так, в городе Рязань был остановлен мотоцикл «Ямаха». И при проверке документов выяснилось, что у водителя не имеется водительского удостоверения соответствующей категории. На данного водителя был составлен административный материал по статье 12.7, часть 1 Кодекса административных правонарушений, который предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 до 15 тысяч рублей. В ходе рейда только за выходные выявлено 40 нарушений правил дорожного движения со стороны мотоциклистов. В 5 случаях водители мототранспорта не имели водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, с начала года на территории Рязанской области зарегистрировано 20 ДТП с участием мототранспорта, в которых один человек погиб и 25 получили травмы разной степени тяжести. Госавтоинспекция напоминает, водители мотоциклов, мопедов и скутеров, а также других видов мототранспорта являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому должны соблюдать требования ПДД, в том числе иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Требования касаются и несовершеннолетних, которым для управления мототранспортом необходимо получить водительское удостоверение при достижении 16-летнего возраста категории М или А1. Водительское удостоверение категории А может быть получено по достижении 18 лет. Профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта, госавтоинспекции будут продолжены, в том числе с использованием автомобилей скрытого патрулирования.